Фестиваль детского творчества в Брестском государственном университете имени Пушкина проходит уже второй раз. Его участники – дети преподавателей, а также сотрудников вуза. В этом году была отмечена приятная тенденция. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое. У нас количество работ значительно увеличилось, почти в два раза. И, как вы видите, можете наблюдать, и качество работ тоже подросло. Дети с удовольствием принимают участие в таких праздниках. Они любят рисовать, лепить, что-то творить из бумаги. Они любят петь, танцевать. И мы предоставляем им, наверное, хорошую возможность проявить себя на сцене. Творческий фестиваль разделился условно на два этапа. Первый – конкурс поделок, рисунков и вышивок. Второй – выступление на сцене. Юные артисты готовились к нему ответственно. Несмотря на то, что каждый участник детского праздника был награжден памятным подарком, все ребята старались понравиться зрителю и свои номера выучили на отлично. Стихотворение про бабушку. Я выучила его ко дню рождения бабушки. На день рождения. Хочет нас бабушка палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Даст тебе лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, что же здесь такого? Я готовилась, я тренировалась, я пела, играла, я тренировалась все делать хорошо. Пению я учусь, но недавно совсем. У Натальи Евгеньевны в 30-й школе учусь. А у Татьяны Георгиевны по фортепиано учусь, тоже в 30-й школе. Выбрать лучшего было сложно. Ребята очень старались. И даже если где-то волнение и мешало участникам фестиваля раскрыться перед зрителями полностью, зал активно поддерживал своих фаворитов. Маленькие звездочки показали себя как самые настоящие взрослые артисты. А значит, у этих ребят большое будущее.